Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Сейчас нахожусь в Актюбинской области, Ақтөбе облысында жүрмін. Қобда деген елді мекеннен шықтым. Енді осы жерде Жарсай деген ауылға бұрылыс бар екен. Поворот в сторону населенного пункта Жарсай. Есть вот такая асфальтированная дорога, остановка, позади остановки есть туалет. Сегодня хочу вот тут недалеко, ох, а тут асфальт закончился. Видимо, асфальтированной дороги в сторону Жарсай нет. В этом направлении сегодня хотел заехать в населенный пункт Ақсай, Жарсай и Қарғанды. Это у нас получается Хопдинский район, Актюбинская область. Как вы знаете, я очень, как говорится, люблю ездить по аулам, смотреть, что где находится, как это выглядит. Вот, какие есть, так скажем, блага цивилизации. И как мы видим, в сторону аула Ақсай асфальтированной дороги нет. Можно сказать, что данный аул находится вдоль трассы Ақтөбе-Уральск, ну или наоборот, Уральск-Ақтөбе. Несмотря на то, что здесь нет асфальтированной дороги, в целом дорога неплохая. Можно ехать. Я сейчас еду 60 км в час. Комфортно. Кажется, аул Ақсай будет первым на канале аулом из Актюбинской области. Нашел немного информации на Википедии. Пишут, что раньше Ақсай назывался Благовещенко. По старым данным 2009 года в данном ауле проживает примерно 300 человек. Смотрите, здесь раньше точно был асфальт. Остались вот такие вот островки. Видимо, просто за ним потом перестали, как сказать, ухаживать или как бы заново его перекладывать. Соответственно, на данный момент ситуация такая. Вот, есть асфальтированная часть. Можно немного прокатиться по нему. Данный аул Ақсай находится примерно в 100 километрах от города Ақтөбе. О, нормальная такая горочка. Поднимаемся наверх. Позади меня стоит страшная пылюга. Интересно, планируют ли сюда класть асфальт?
еще один подъем. Пока что не видать аула Аксай. Ого, какая дорога длинная. Дорога такая прям светлая. Такой белый оттенок. Даже дорожные знаки есть. 12%. Интересно, какова здесь ситуация, когда здесь дожди или зимой. Я здесь не один езжу, только что вот одну машину видел, там вот вторая машина едет. Так, тут вот горки такие нормальные. Подъем-спуск, подъем-спуск. И где-то здесь должен в скором времени появиться аул Аксай. По карте аул находится с левой стороны от дороги, но я пока что его не вижу. Там какая-то схема, но очень мелко. А вот с левой стороны появился аул Аксай, вон там. Сейчас посмотрим, как туда можно проехать. Я думаю, должна быть какая-то дорога. Так, появились еще дорожные знаки. Аксай аулы, 1 километр. ТО Утепберген. Но в сторону аула тоже нет асфальтированного. Дороги асфальтированной. Видно, что здесь во время дождей дорогу размывает. Просто грязь, наверное, становится. Вон там вот с правой стороны лошади пасутся. Еще в интернете нашел, что одно из старых названий аула Аксай — пограничный. Аксай аулына қош келдіңіздер. Жарсай ауылдық округы. Сельский округ Жарсай. Так, здесь ловит сотовая сеть. У меня Теле2 и Актив ловит. Мобильный интернет слабый, но вроде есть. Сложно сказать, какая из улиц главная. Там вдали вижу водонапорку. Здесь вот столбы электросети. Есть старые, есть новые. 8-й дом. Название улицы не вижу. Наверное, это главная улица какая-то. 11-й дом.
По карте посмотрел, получается, вот данная улица одна из длинных в ауле. По аулу буквально несколько улиц. 17-й дом без названия улицы. Кушинин Атажуакин. Здесь вот еще одна водонапорка. Также посмотрел на карте, что вблизи аула есть два озера. Может быть, их еще больше. Есть какие-то заброшенные сооружения. Вон там вот еще одно сооружение. Уф, какая пыль стоит. Так. Предлагаю проехать к одному из них, к этой заброшке. Довольно интересная заброшка, так как вокруг заброшки посажены деревья. Быть может, раньше был жилой дом или какой-то общественный объект. На улице сегодня жарко и ветрено. Примерно 32-33 градуса машине показывало. Вот, если есть какие-то предположения, или, может быть, вы точно даже знаете, что это за здание, то делитесь в комментариях. Но на простой жилой дом не похож, если честно. Больше какое-то здание какого-то более общественного, так скажем, для общественных нужд. Чем-то напоминает дом культуры. Но здание небольшое относительно. Так, и, наверное, это все. Дальше уже деревья. Вот, здесь вот что-то раньше было даже. Видите, какой-то рисунок. Ветер и дожди, как говорится, сделали свое дело. Вот такие вот рисунки. Сейчас поближе подойдем чутка. Материал из чего сделан, как говорится. Местами вот камни. Да, камни использовали. Еще одна комната. Газовых труб в ауле не наблюдаю, да и в целом на въезде не заметил. Вот. А вон там вот у здания, кажется, это небольшой дом, что ли. Или может быть, не знаю, может быть гараж. Вот там насыпано очень много угля. Ал енді студент қарап жіберейік. Предлагаю запустить птичку. Каких-то других крупных зданий я не заметил, но видно, что в этом ауле было намного больше зданий раньше.
Видимо, также было какое-то крупное производство, не знаю, может быть, хозяйство. И там вот сверху можно было заметить, что многие здания были просто разрушены. Пока что не могу сказать, есть ли в данном ауле школа. Быть может, так скажем, школа и все остальные госструктуры и так далее находятся в соседнем ауле, где расположился административный центр. Вот тоже заброшенное здание впереди. Здесь вот с левой стороны тоже заброшенное здание. Там одно здание вообще под землей находится. Вот, а я вот решил проехать сюда, к этому небольшому водоему. Похоже на какое-то водохранилище. Наверное, больше используется для хозяйственных нужд. Вода мутная. На той стороне, где вот башня для воды, иногда я просто забываю их название, там тоже было какое-то раньше здание. Остались стены вроде как. Там вот по ту сторону озера есть старая водонапорная башня. Вот, вспомнил это слово. На той стороне на холме лежит сено. Видимо, используют поле. А здесь есть вот такой вот какая-то машина. Кажется, это трактор. Или нет? Не, какая-то машина. Вроде кузов или... Не могу сказать сразу, что за машина. Просто у трактора вроде как кабина другая. Так, ну теперь предлагаю прокатиться по другой улице тоже. Эта улица вроде как застроена чуть плотнее. Домов здесь побольше. Вот такое вот с правой стороны здание есть. Пока что никого не встретил, у кого можно было спросить какую-то хоть информацию. Но свет в ауле точно есть. Есть спутниковые тарелки, вижу, для телевидения. Абай Кунанбаев включился. О, а вот и название улицы. Вот, а потом, что еще? Кабелей, кстати, от Казахтелеком не видел, которые предоставляют интернет. Так, и походу... Уже все, на этом закончился аул.
и уже потихоньку выезжаем. Жаль, никого не встретил, у кого можно было что-то спросить. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.